Всех приветствую на своем канале. Вообще у нас снег валит, просто снег валит. Так, вопрос по тому, почему вы боитесь менять свою судьбу и делать какие-то смелые шаги. У нас здесь на обороте карта семья. Карта семьи, света, солнышка, теплоты. И у нас вышла королева кубков, отшельник и король мечей. Я думаю, что вы боитесь остаться одинокой, без поддержки своей семьи. Вас семья очень сильно поддерживает, и с их мнением вы считаетесь. Вы спрашиваете, вы рассуждаете, вы стараетесь понять, чтобы не сделать каких-то оплошностей. Возможно, у вас были такие моменты, когда... Ну, обалдеть, просто снег. У вас, возможно, были такие моменты, когда вы были уязвимы, да? Может, какое-то здесь разочарование было, предательство близкого человека. Отшельник тоже всегда показывает, тем более он отвернут, что кто-то мог отстраниться. И здесь король мечей, карта болезненная. Вполне возможно, из-за этого вы боитесь менять такие резкие знаки судьбы. Итак, здесь у нас к вам спешат новости. Новости о чьем-то празднике, о чьей-то победе. Это... Да, у вас было по отношению к вам подлый поступок. И вы будете слышать о том, что человек не успокоился. У вас будет какой-то документ, который покажет, что человек не изменился. Поэтому, вы знаете, даже если у вас что-то уже пришло, постучалось в вашу дверь с каким-то вот предложением, да, вы находитесь в такой позиции, что лучше я выберу сейчас то, что есть, то, что надежное, чем посмотрю еще раз туда. Потому что это просто пропасть. Это может быть очень сложно для вас. Поэтому у вас сейчас даже намного лучше и честнее положение, чем было когда-либо. Так, как же мне этот телефон-то держать? В общем, это понятно. А будет ли у вас что-то к рассмотрению? Вы знаете, у вас в данный момент идут события по работе, по карьере. Но здесь будет... У вас как бы больше пошло именно в карьеру. Я лучше буду работать. Пусть у меня вот здесь будет хорошо. Я никому не верю. Вот здесь вот я остерегаюсь подлых людей. Я остерегаюсь неверных шагов, потому что не хочу видеть это в жизни. Кто-то тоже как бы следит, может быть, где-то, знаете, вот подглядывает, подслушивает, и вы закрываетесь, себя обезопасив. Может, вы хотите куда-то, например, поехать в какую-то, знаете, в какую-то тусовку, хорошо провести время, но у вас есть очень болезненные воспоминания, и чувство долга у вас превыше всего, поэтому вы это откладываете и не хотите в этом участвовать. Что же вас ждет? Вас действительно в семье, вы знаете, не надо никуда, как бы это сказать, что по судьбе, не надо никуда ходить, знаете, где незнакомые. Ну вот, это ваш человек, вас знает уже, присматривается и сам придет. Вот придет, вы даже не ожидаете. Может, вы будете дома, может быть, вы будете в том месте, куда вы часто ходите, и он к вам придет, чтобы более близко познакомиться. Может, он вас напугал, знаете, вы его уже знаете, уже знакомы, но, конечно, вы, как сказать, не делаете никаких шагов и предпочитаете остаться в том положении, в котором есть. Но этот человек, он одинокий, он уже видел вас,
слышал вас и хочет узнать вас поближе. У него сейчас большие трудности. Он их, кстати, решает, и у него уже появилась цель. Цель – это вы. Вот смотрите, может быть расклад этот про вашу дочь. Если вы в возрасте, да, смотрите, и сейчас можно просто посмеяться, да, зачем, куда. Значит, эта история вас касается, но вашего близкого человека. Это может касаться вашей дочери. Но это однозначно. Вот однозначно будет, здесь будет создание семьи. Эта колода прекрасно показывает судьбу человека. Просто прекрасно. Таро называется «Стражение судеб». Я ей гадала неоднократно. И всегда она мне попадала точно в цель. Ну, как я читаю, так оно и есть. Поэтому здесь у человека, если одинок, у вас будет прибавление в семье в виде крепкого плеча. Если вы семейный человек, и у вас уже оно есть, у вас семья крепнет. Крепнет, и появляются новые финансовые возможности и ресурсы. Вот с этой стороны это просто замечательно. Вам не стоит бояться. Вы должны знать, что человек, который вам сделал больно, он не изменился. И вы об этом скоро будете слышать. Здесь такая льстивая победа, то есть как бы, ну, ты считаешь, ты победил, ну, считай. А я хочу сказать, что вы победили по жизни. То есть вы не зациклились на том, что вы достигли. Здесь такой человек смотрит, который идет дальше. Вот вы наслаждаетесь тем, что у вас получается. Вы свои цели оцениваете тогда, когда уже прошло время, и вы оборачиваетесь: ого, неужели это я все сделала, да, неужели я вот столько вот смогла сделать. То есть здесь человек не оценивает себя прежде времени. Вот, преждевременно здесь оценки нет. Здесь именно по тому, как проходит какое-то там промежуток времени, вы так поворачиваетесь: ого, ничего себе, я вот это смогла. То есть здесь человек-достигатор, который смотрит. Женщина, мужчина, да, человек-достигатор. А тот, кто вам причинил боль, наоборот, он, ну, здесь вот кажется, как, знаете, все равно здесь как бы пара. Мужчина-женщина. Здесь мужчина наоборот. Вижу цель. Оно мое, она моя собственность. Я буду добиваться теми путями, которые знаю. Потому что вот, я поставила перед собой цель, и значит, это будет. Вот. Человек здесь недобрый. Поэтому то, что ушло в прошлое, лучше оставить это в прошлом. Потому что здесь у вас будет вообще замечательно. Просто замечательные события, крепкая любовь. Крепкая семья. И этот человек, который за вами наблюдает, он, ну, смотрите, здесь, да, квазимода, он прикидывается не тем, кто он есть. У него есть очень много ресурсов. И он богатый. Он богатый не только духовно, но и материальный. Но он это никогда не покажет. Человек прикидывается в каких-то сложных ситуациях, обстоятельствах. И, возможно, вы так его увидели. Вот. Но будет вам давать подарок достаточно ценный. Вот так. Я посмотрела тему, почему вы боитесь менять что-либо в судьбе, а здесь вот раскрылось то, что к вам идет. Ну что ж, сохраняйте расклад, ставьте лайк. С любовью, ваша Каролина. И начнем смотреть после этой недели магические воздействия. Эту недельку мы еще попридерживаемся и почитаем, как рассказы, как события судьбы по картам Таро. А со следующей недели будем прямо смотреть магические воздействия. С любовью, ваша Каролина.